Христос придет опять на землю. Не в том венце, что был в крови, придет Он к нам, Владыка сильный, чтоб суд свершить свой над людьми. Придет Он к нам, Владыка сильный, чтоб суд свершить свой над людьми. Пред Ним предстанут все народы, и те, кто распяли Его, и горько-горько плакать будут, но уж напрасно будет все. И горько-горько плакать будут, но уж напрасно будет все. Пред Ним увидим мы Пилата и всех насмешников Его, и тех, кто шел с мечом на брата и делал ближнему лишь зло. И тех, кто шел с мечом на брата и делал ближнему лишь зло. Предстанут те, кто в этой жизни Христа заветы отвергал, и те, кто шел в святой отчизне, и кто святыню подпирал. И те, кто шел в святой отчизне, и кто святыню попирал. Придет опять, я повторяю, я говорю вам не мечту, но правду Божью возвещаю, как Он сказал, опять приду. Но правду Божью возвещаю, как Он сказал, опять приду. О, люди, с Богом примиритесь, довольно спать во тьме греха, в одежду правды облекитесь, чтоб встретить с радостью Христа. В одежду правды облекитесь, чтоб встретить с радостью Христа.